Всем привет, ребят. Напоминаю, что у нас сейчас тема ремонт. Значит, смотрите. Вот такое старое, грязное, засратое дерево. А теперь смотрите. Планки были абсолютно одинаковые. Это вот как раз о двоичности суждений, когда встречают по одежке, провожают по уму. Давайте я вам попробую показать чуть поближе. Я просто взял и помыл вот такую грязную плашку душем. Просто взял, вот, ну и потер чуть-чуть мочалкой. Посмотрите, какое красивое дерево. Просто дерево красивейшее. Вот это вот, ребята, как в нашем мире, встречают по одежке, а провожают по уму. Там можно было это дерево выбросить, а теперь я его отмыл. Это прекрасные, красивые планки, я их смогу, наверное, даже продать. Кстати, вот вам идея для бизнеса. Можно искать на мусорке или где-то там такие плашки, просто приносить домой, отмывать и продавать как дерево. Можно, наверное, даже будет лаком вскрыть и продавать как красивое дерево. Я знаю, что камера не передаст, но рисунок просто вот как, ну, красота, в общем. Очень-очень красиво. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.